Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Во, вот тут у тебя тоже квест будет, в этом здании. После лыжника. Сейчас справа выбегут, скорее всего, побегут. Надо законтролить. Далеко, близко, близко, далеко. Где страйкер справа? Нет, нет, он скорее всего. Ну, либо халдят. Сзади! Блять, не там заспавнились, а здесь. Ты откуда тут взялся? Есть, 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 страйкер, перебегает. Понял. Перебежал к кинотеатру. Понял. Наверх не мог подняться? Да, нет. Я стоял в носу, ковырялся. Стоит в цветочном. Нормально. Убил. Хорош. Захожу. Мишки спауны тут. Кошмарные. Тоже Хианг. Хианг Зиво какой-то. Просто двух китайцев отключил от сервера. Ну все, сейчас скачают читы, блин, придут. Следующие катки. Прилетят драконы, блин. Ты в домике, да, в этом? Это у меня тут бегает. Не пойму. Дам гранатку. Бля, бодро проехал 40 фопусов. У меня походу чевок стоит где-то с моей стороны. Да? Не, с другой. Я Шайтаныч! Это ты? Ты сказал, ты в домике. В смысле? Ты лутал картотеки в домике? Нет, я же сказал, а дальше побежал. Ну, я в домике, который перед тобой был. Блять, вот. Это разве домик, блин? Сейчас выйду на машине, там машина была. Я думал, ты в двухэтажном домике в том лутаешь картотеки. А ты гранату кидал? Да. Да. Не было взрыва никакого вообще. Я просто стою, тебе на голову кинул гранату. Так, а я еще и стою, жду. Я думаю, может, ты меня услышал? Может, ты сейчас, если в меня кинешь гранату, она взорвется? Ну, я увижу, услышу. Я спрячусь, скажу, что это я. Не было взрыва, вообще ничего не было. Но я дальше побежал. Ясно. Я... только потратил денег, чтобы прокачать торговца. А, ну просто не засчиталось. Че они наделали, блин? Вообще все решили сломать. О, после убежали типы. Двое. Один стоял, один вправо пробежал. Уже не-не-не-не. Сидят там, ждут. Да, он там вдалеке. Ты где? Куда? Я сейчас через заводы обойду справа, выйду в начале парка с их стороны. Вижу. Убил обоих. Хорошо. Лежат, стонут прям. Курябчики. Знаешь, что вы думали? Ой, блядь, там еще. Еще там? Да. Болтовкость какой-то, что ли. Там где-то синяя электричка такая стоит, трамвайчик, где-то вот он за ним, походу.
Надо его размотать. Болтовка нихера. О, вот он стреляет. А, это РФБ. Это где спаун на КамАЗе, понял? Да, я понял. Там, где сетку ты пытался прострелить. Да. Да, он там, вижу его. Убил? Хорошо. Может быть, еще кто-нибудь. Там еще двое. Там же? Да. Одному очень сильно дал. Возле этих сеточек, решеточек, понял, двое? Сидит за КамАЗом один все еще. Блять, по мне что летит? Спарка летит в спину, сука. КамАЗа, блядь. Минус один. Хорош. Здесь еще один. Еще один. Уходит за сетку. Он назад отшел, да. За сеткой слева. Убил. Блять. Хватит вайпать. Еще. Блять, не убил, значит. Убил. Ага. Мне спарка летела в спину, еще что-то. Я понял. Бот, походу, лежит. Угу. Я захилился. Вот тут и патрон надо докинуть. Двое. Блять, бегом. Один минус. Не убил? Убил. Угу. Я бегу к тебе. Окей, я отошел. Как они шлись? По правой стороне? Дверь открыта. Справа от ящика, видишь? Закрыта должна быть. Ты меня залагал, Фитенч? Да, я норм. Ты у меня на месте бежишь. А, я походу... Блять, меня выкинуло. Я тоже, да? Да. Я его расстрелял всего уже этого типа и потерял соединение. Что, блин, они наделали с игрой? Ну, который день уже, господи, выкидывают серверов. Со всех. Челобот, что ли, блядь? Все, может, он подумал, что меня убил? Ноль звука вообще. Просто ноль. Ох, чат, вот это звуки. Как же плохо, чат. Читак. Да не читак, это звука нету. Так, я на втором. Где там ходишь? Ну-ка, походи. Хожу. Слышу.
слышишь? Да, слышу. А почему с первого тебя не слышно, если ты ходишь прямо передо мной в 3 метрах? Не знаю, может, игра считает, что я на 2-м этаже хожу. Да. А меня слышишь, как я хожу? Да. Причем, кстати, как будто ходишь на 1-м этаже. По звуку ты ходишь на 1-м этаже. А ну-ка, спустись на 1-й. Спускаюсь. Медленно спускаюсь. Не-не-не, ты бегай, бегай, бегай. Вот, а, прям на шифте? Да-да-да. Вот, бегаю на шифте. Прикол, у них 2-й этаж слышал как 1-й, а 1-й как 2-й. Я тебе серьезно говорю. Может, у них реально тут в этом проблема вся? Ну-ка, иди ты пробегись. Встань, вот встань, просто тут встань, короче, слушай. Вот я бегаю. Слышишь, как будто я на 2-м, да? Ну да, приглушенно очень. Вот, а теперь смотри. Лестницу ты не слышишь, по идее. Я бегаю на 2-м. Да. У них этажи перепутаны. Реально, как будто этажи перепутаны. What the fuck? Я слышу ты идеально, как слышишь, ты ходишь. Ты первый слышишь, как 2-й. Да, ты первый слышишь, как 2-й, а 2-й, как 1-й. Просто перепутанные этажи. Сейчас сделайте клип, пожалуйста, на Твиче, кто умеет. Синхайзеры за 100 тысяч долларов, чтобы слышать звуки. Звуковую карту поставить, эквалайзер. Что, блядь? У вас этажи местами поменены в игре. Ой, блядь, БСК. Может быть, кстати, у них во всей игре. Так, может быть, 2-й и 3-й этаж, трешка тоже такая же херня будет, хер его знает. Эй, если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.